Тот самый момент, когда переполняет чувство гордости за прокуратуру, компетентность и глубокое понимание ситуации со стороны заместителя прокурора края Максима Шипицына. Поневоле надеешься увидеть такое на заседаниях законодательного собрания, а если уж совсем помечтать, то и на еженедельных оперативных совещаниях. Учитывая, что некоторые лица, в частности Александр Бардалеев, Илья Акишин, соответственно, министр экономического развития, министр по экономическому планированию, а также Оксана Немакина, исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, посещают все эти заседания. Но перед прокурором не удалось отделаться заранее приготовленными красивыми докладами. Пришлось пообсуждать, поотвечать, а местами и покраснеть. Проведенными прокурорскими проверками в течение 2020 года мы установили, что указанная задолженность формировалась не только, вернее, формирование указанной задолженности способствовало не только наличие ситуации с коронавирусной инфекцией, но и системные нарушения, допускаемые в том числе Министерством здравоохранения. Нами был установлен факт, и в связи с этим прокуратура Забайкальского края направлен иск в Центральный районный суд о признании бездействия Министерства финансов и Министерства здравоохранения в связи с недофинансированием отрасли здравоохранения. В том числе одной из причин такового недофинансирования является отсутствие в бюджете Забайкальского края средств на повышенный районный коэффициент в размере 1,4 коэффициента. Эта сумма равна порядка 1,4 миллиардов рублей. Речь идет о задолженности по уже выполненным государственным и муниципальным контрактам. Проще говоря, те предприниматели, что имели глупость связаться с правительством Забайкальского края и выполнить определенные работы, в том числе поставку медицинского оборудования, СИЗов и препаратов, не получили положенного. И речь идет о миллиардах рублей. Поневоле вспоминаем громкие дела о взятках главврачей, завышенных ценах при покупке медицинских материалов и невыплатах коронавирусных денег медицинским работникам. Основная львиная доля задолженности – это приобретение медицинских препаратов, медицинских изделий, коммунальные услуги, хозяйственные бытовые услуги. В основном это вот медицинского назначения, препараты медицинского назначения. То есть у вас, насколько понимаю, поставка препаратов медицинского назначения и коммунальные услуги? Да. Поскольку... То есть тут еще больница жить не может? Да, поскольку и все контракты эти заключаются, почему у нас все эти контракты заключаются за счет источников обязательного медицинского страхования. Одной из причин, в том числе и наличие задолженности, да, сформировавшейся, это дефицит, ежегодный дефицит территориальной программы государственных гарантий. Если как в общем сказать, то наша территориальная программа государственных гарантий вступила в противоречие с постановлением правительства Российской Федерации аналогичного содержания, где установлены нормативы оказания медицинской помощи на душу населения. Новая коронавирусная инфекция просто манна небесная. Она позволила нашим чиновникам оправдать свою некомпетентность, а местами покрывать мздоимство и коммерческий интерес некоторых деятелей на государственной зарплате. Эмоциональные аргументы, что стоимость бахил выросла в десятки раз, была отвергнута заместителем прокурора Забайкальского края, поскольку до сих пор нет внятного ответа, почему одни больницы закупали бахилы по 5 рублей, а другие по 40. А это, между прочим, средства из фонда обязательного медстрахования. Кто-то получает дикие прибыли, другие не могут выплатить своим работникам заработную плату, подвергаясь санкциям со стороны той же прокуратуры. Несмотря на золотой дождь, упавший на головы чиновников от медицины, до самих медицинских работников доходили крохи. И это несмотря на дикую нагрузку в прошлом году, когда из-за открытия моностационаров приходилось по меньшей мере работать за двоих. Краевая клиническая больница взяла на себя в течение прошлого года практически всю роль оказания экстренной медицинской помощи в связи с тем, что первая городская больница была закрыта как моностационар. И тариф на экстренную медицинскую помощь, он гораздо ниже, чем тариф на плановую медицинскую помощь. Плановая медицинская помощь в структуре упала практически на 60%. Все остальное пришлось на экстренную медицинскую помощь. В связи с чем они, естественно, свои показатели плановые не выполнили. Ну, то, о чем говорила Дуненька Тариловна. Да? И тот объем финансовых средств, который был им запланирован на год, конечно, они весь не... Как правильно? Заболталась уже. Не взяли. У нас и поменялись приоритеты по
приобретению лекарственных, и в том числе, что это экстренная медицинская помощь, по приобретению лекарственных препаратов, по расходным материалам. То есть структура работы самого учреждения, она практически полностью поменялась. Безусловно, это вылилось в определенную кредиторскую задолженность. Именно по обоснованию недостаточности средств обязательного медицинского страхования в размере, мы посчитали, это было в марте, нам не хватает 649 миллионов рублей для того, чтобы нам вывести на более, скажем так, стабильное русло работы наших медицинских организаций. Мы отправили 12 марта в Минздрав России. На сегодняшний день пока ответа у нас никакого нет. Причем в забайкальской медицине сложилась странная ситуация. Третий министр здравоохранения за один коронавирусный год. Если так пойдет и дальше, то на изготовление табличек на дверь кабинета этого министра нужно будет вводить отдельную статью расходов. 3 миллиарда должна краевая администрация районных больниц. И это по подтвержденным судебным решениям, которые вступили в законную силу. И это не... решение суда, оно имеет силу федерального закона. 3 миллиарда. Это в 10 раз больше, чем задолженность по муниципальным контрактам. А больше того, это еще имеет еще другой слой. А слой это имеет еще другой. Что это 3 миллиарда? А это качество оказания медицинской помощи. Это несколько за пределами, скажем, нашей сегодняшней беседы. Вот. Но мы также попадаем достоверной информации по качеству этой работы. Почему? Потому что у нас буквально недавно прошла большая проверка, краевая проверка, и там достаточно жесткие цифры и выводы, мы вносили соответствующее представление губернатора. Вот когда главврачи ставятся в такое положение, что с деньгами и дурак сделает, а ты без денег сделал, вот мы получаем, мы имеем то, что имеем. Если главный врач не будет платить зарплату, он тут же попадет под прямые проверки правоохранительных органов вплоть до возбуждения уголовного дела. Сейчас у 4 больниц заблокированы счета. Недалеки те времена, когда в больнице, как этого требует закон, придут и судебные приставы. Все главные врачи проходят проверки, в том числе на предмет снижения качества медицинского обслуживания. Если мы приходим к выводу о том, что в структуре расходов районной больницы вот эти, скажем так, требования, поступающие денежные средства, скажем так, были израсходованы на самые необходимые нужды, ну, то есть на заработную плату, на закуп оборудования. А вот есть вот этот минус, который сказывается, а, задолженностью субъекта предпринимательской деятельности, и, б, то, что я вам о чем говорил, снижение уровня и качества оказываемой медицинской помощи населению, и мы сопоставим с дефицитом финансирования органов государственной власти, то будет прямая причинно-следственная связь между бездействием и жестко наступившими последствиями. Все понятно? Понятно, конечно. На конце вектора ответственность высших должностных лиц. Не в качестве оппонирования, но просто некоторые факты приведу по бюджету Забайкальского края. Значит, у нас плановые доходы на 2021 год 85 миллиардов, расходные обязательства 122,3. Соответственно, разница между тем, что нужно, и тем, что есть, 36,8. Мы знаем это все. Да. Знаем, что 30 миллиардов у нас дыра, что у нас 30% бюджетной обеспеченности. Мы знаем, что у нас профицит бюджета был в прошлом году 2 миллиарда. Да, это так, но... А нас, если это так, почему не погасили долги? Ну, я не готов отвечать. Ну, так вот вы так, в таком же телеграфном стиле ответ. Почему не погасили долги, хотя бы часть долгов? Для этого бы уже хватило, чтобы этого разговора не состоялось. Не нужно спорить с прокурором. Это редко доводит до добра. На заседании этого общественного совета была очерчена серьезная многомиллиардная проблема, появившаяся всего за один год. Продолжение общественного совета смотрите завтра в следующей части. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Евгений Погорелый. ЗапТВ.